Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. Задают вопросы, почему я делаю такой маленький тракторочек, там, с таким выворотом, на ремнях, не на полноценном сцеплении, в общем, без блокировки моста, там, я не знаю, что еще там было, почему такая рама высокая, да, точнее балка с таким большим просветом на вот таких вот волговских ступицах. Ну, отвечу, ребят, мне это все как бы не нужно. Не нужна мне блокировка, не нужны мне ширина, габариты. Я сделал все по максимуму. Центр тяжести занизил специально, чтобы он более устойчивый был. Вот, сделал раздельные тормоза. Все это вы прекрасно видели. Специально сделал такую высокую рамку. Для чего? Для того, чтобы можно было окучивать там картофель, там, допустим, ставить ежи, диски, там, что еще можно ставить, культиватор, да, ну, таскать, соответственно, бороны. Этого будет ему достаточно. Мужики, пахать мне есть на чем. У меня есть вот такая вот другая техника. Полноприводный, с полностью блокированный мост. Отключаемый, подключаемый, то есть можно его отключить, мост, и катать только на одном, на заднем. Можно его подключить полностью, и все два колеса будут синхронно крутиться. Вот. Установил я сюда двигатель 17 лошадиных сил. Вот. Будет еще стоять гидравлика, это будет все доделываться. Ну, мне нужно переделать, изменить немножечко узел перелома, усилить. В общем, это будет видео. Кстати, видео по нему на канале по постройке абсолютно все, начиная от рамы, заканчивая вот этим всем. Вот, даже вот реверсом вот этим, вот, который вот зад, вперед, там все это есть. Берите, смотрите. Как работает навеска, да, как он таскает три плуга, раньше таскал, да, на этом двигателе. Три плуга он тянул спокойно. В прошлом году на этом же двигателе, ну, земля как асфальт, пришлось один плужок снять, двумя пахать. В общем, все это есть. Берите, смотрите, если интересно. Также стоит полноценное сцепление, которое я сделал без токаря, там буквально там за два дня. Абсолютно без токарных работ, просто собрал. Вот такое вот оно компактное. Вот оно, всего ширина сцепления. Вот и все. В общем, интересно. Смотрите. Я сделал эту технику для легкой работы, для удобства, для маневренности. Как вам еще сказать? Ну, в общем, чтобы быть на ходу, когда я начну его разбирать и доделывать. Понятно. Пахота у нас когда? Осенью. Сейчас он что делает? В основном таскает прицеп. Он бочка с водой стоит, рассаду поливать и так далее, и тому подобное. Вот, чтобы не остаться без колес, я себе собрал из металлолома, который имелся в наличии, также что, ну, двигатель стоял, точнее, без дела, да, коробка валялась без дела. Все это я окультурил. Кстати, эти колеса когда-то стояли здесь. Все это я окультурил, металлолом, я имею в виду, собрал все это воедино, и получилось вот такая вот штукенция. Навеска у меня универсальная. Она вот пока без гидравлики. Будет гидравлика, будет здесь стоять другая навеска. Она ставится у меня наперед. В общем, видео есть, как я зимой чистил снег лопатой. Все это смотрите на канале. Потому что глянут один видос, и потом куча просто вопросов, советов, не зная того, что есть на самом деле. Ну, в общем, не об этом, а об этом. Навеска до того универсальная, что она, ну, вот она, как сделал когда-то.
Вот такая планка большая. В общем, видео есть, почему она такая большая. Смотрите, все станет понятно. Она у меня снимается, ставится, она съемная. Вот два длинных таких шплинта идут через раму. Достал, переставил сюда. Здесь у меня стоит лебедка, чтобы поднимать и опускать лопату. Ну и, соответственно, эта же навеска сейчас станет сюда. Было сделано следующее. Было, значит, сейчас отдвину сиденье вот таким образом. Значит, было просверлено 4 отверстия здесь, ну и, соответственно, там снизу. И вот таким вот образом навеска, старший брат делится с младшим. Таким образом навеска просто и непринужденно. Спокойно переставляется на этот стол. Вот и все. Универсальная навеска, как сюда, как вперед, так и сюда. Когда я его делал, даже не знал и не думал, что она может сюда подойти. В общем, нижние рычаги на уровне моста, впрочем, как и здесь. Что еще? Ну, рычаг, понятное дело, ставится как на левую руку, так, если удобно будет, можно ее поставить на правую. В общем, видео по ней есть. Единственное, что немножечко переделал рычаг сброса навески на всякий случай. Вот, ну, можно и без него. То есть нажал, опустил. Опустил, она зафиксировалась. Работает это вот так вот. Понятно. Стала как родная. Не шире трактора. Трактор у меня шириной по крыльям 80. Навеска длиной 80. Делал ее специально такой. Поэтому будет так. Ну, соответственно, скорее всего, пока она покачует туда-сюда. Ну, как только станет здесь гидравлика, здесь уже будет намного она короче. Делалась большая для чего? Для легкости поднятия там мотоблока и так далее и тому подобное. Здесь она уже будет покороче. На один гидроцилиндр. Ну, чтобы эту не переделывать. Зачем ее переделывать, когда она отлично работает? На один гидроцилиндр. В общем, здесь будет своя. Уже стандартная, непереносная навеска. Вот, как-то так. Ну, в общем, на этом можно и закончить. Я думаю, многим стало понятно, почему я сделал такой маленький тракторок для легкой работы. Ежи, диски, бороны, прицеп там потаскать, ему достаточно. Пахота, вот он. Какая-то тяжелая работа, вот он. Все. Ну, в общем, мужики, всем пока, всем удачи. Я думаю, многим стало ясно, почему так. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще вал отбора, значит, мощности, будем так говорить, на роторную косилку. Переделка узла перелома. Вообще не изменяя ничего, он просто заменится, вот эта ступица, и все, габариты останутся те же самые. Установка гидравлики, навеска под гидравлику своя. В общем, еще много. Ну и, соответственно, здесь еще капот, покраска, куча еще тут
видосов будет. Все, с вами был Санек. Всем пока. Всем удачи, здоровья, не болейте.